Доброго времени суток. Добро пожаловать на канал Пирмансер. Это новое видео по игре Final Fantasy VII. Приятного просмотра. В предыдущей серии мы победили рубиновое оружие. Ну и по сути все. А, ну еще получили золотого Чокобо, который теперь у нас стоит в стойле на ферме Чокобово. Вспомнил, как она называется. Сегодня мы с вами посмотрим на пещерки с материей. Так, как оно будет все выполняться? Нам сначала надо зайти на ферму Чокобо. Забрать отсюда нашего золотого Чокоба. Так, забрать его надо. Отдай нам Чокоба. Покажи товар, кормление Чокоба. Поехать на Чокоба. Кого берете? Берем вот этого Чокоба, конечно. Забираем его. Засовываем в Хайвент. Так, а с чего мы с вами начнем? А начнем мы с вами... Ну, тут как бы недалеко вроде. Вроде. Ну, фиг знает, сейчас посмотрим. Так, летим к Северному Корлу. Северный Корл, жди меня, я скоро буду. А, это город. Показалось. Так, вот мы у Северного Корла. Тут где-то неподалеку находится одна из пещер, в которую просто так не попадешь. Вот, по-моему, она где-то здесь. Походу, она даже вот она, если я не ошибаюсь. Мы туда как раз-таки попасть никак не можем. Да? Да, все правильно. Я так понимаю, мы спокойненько высаживаемся здесь. Мы опять в Чокобо. Да, и спокойненько перебегаем. Так, ты здесь будешь стоять, да? Угу, спасибо. Так, и нам надо, я так понял, потрогать вот этот кристалл. Лишь за долгие годы макроэнергия может стать материей в природе. Материя ХПМП. Ну, вроде как все. Да, серия сразу, грубо говоря, будет коротенькая очень, потому что мы сейчас по-быстрому пролетим по всем этим пещеркам, да и по сути все. Так, садимся обратно на Чокобы и залазим в наш Хайвен. Так, куда я его дел? Я потерялся. Так, где Хайвен? Куда я дел свой Хайвен? А, вот он. Залазим обратно в Хайвент и летим, получается, в этот раз уже к Утаю. К Утаю. Ну, Утай, Утай, неважно. Летим туда, короче. Так, Утай у нас находится на самой крайней точке дальнего острова. Так, вот он, Утай. Мы можем чуть-чуть, я так понимаю, подальше пролететь. Или не подальше? Нет, не подальше. Так, а где нас тогда ждет пещерка? А пещерка нас ждет. Хм. Здесь? Нет, не здесь. А, вот она, пещерка Утая. Угу. Так, где нам бы здесь высадиться так поудобнее? Поудобнее нам будет высадиться, наверное, вот здесь. На Чокобо мы не сражаемся. А, мы бегаем и по горам, и по рекам, и по всему остальному. Отлично. Пробегаем тогда по мосту. И забегаем сюда. Спешиваемся с Чокобо. И заходим внутрь. Здрасте, здесь снова какой-то кристаллик. Что у нас здесь? Лишь за долгие годы, да-да-да, в природе. Материя мим. Все? Все. Здесь больше ничего нет. Я думал, здесь хотя бы противники будут, либо что-нибудь еще. Нет. Как оказалось, нет. Ладно, садимся обратно на Чокобо и бежим к Хайвенду. Хайвенд ждет нас. Хайвент... А, на такие отвесные горы подниматься мы не можем. Прикольно, прикольно. Ну, хотя бы что-то мы знаем. Следующая пещерка у нас находится где? Недалеко от Медила. Отправляемся к Медилу. Медил, Медил, Медил у нас тоже на крайнем острове находится, но довольно далеко. Хм. Походу, не очень удобный маршрут я выбрал для исследования пещер, но все-таки... Как есть, так есть. Ладненько, Медил, ты там где? Вот он, Медил. Нет, стоп, подождите, это еще не Медил. Медил чуть-чуть подальше. Вот он, Медил у нас. Так, отсюда нам надо бежать. Дальше сюда. И где-то здесь находится пещерка еще одна. Сейчас будем изучать.
Где у нас здесь пещерка? Чё, не здесь, что ли? Походу, ошибочка вышла. Ну, либо я дурачок. Что я тоже не могу, как бы, опровергнуть. Может, я даже и не там ищу. Хотя, подождите, я же здесь мог высадиться, в принципе. Вот сюда сел и побежал. Нет, значит, не здесь. Давайте сначала найдем пещеру. Недалеко от Медила находится пещера, в которую мы можем попасть только с помощью Медила. Давайте полетаем здесь в округе, посмотрим. Может, что-нибудь найду. Ну, по факту, данная пещера должна находиться на какой-то поверхности, на которую мы не можем сесть. А, вон на пещера. Ладно, но с Медилом это вообще-то никак не связано. Ну, ладненько. Ну, хотя, в принципе, острова Медила, в принципе, да, возможно, возможно. Окей. Так, садимся, точнее, спешиваемся и заходим внутрь. Противников, кстати, здесь нет, вот это странно. Так, да. Квадромагия. Здесь мы нашли квадромагию. Окей. Опять садимся на Чокоба, опять бежим к своему Хайвинду и будем отправляться сейчас на следующую, точнее в следующую пещеру. Ну, если я правильно понимаю, то пещера должна находиться где-то здесь. Сейчас мы долетим до туда. Нет, похоже, я все-таки неправильно понимаю. Сейчас мы с вами облетаем немножко здесь места. Может быть, я что-то найду. Походу, это будет одна из сложнейших пещер, в которую мы сможем попасть. А, подождите, я, кажется, понял, про какую пещеру разговор шел. Здесь недалеко есть одна из пещерок. По кругу. Только вот где, я не помню. Ну, я как-то летал на Хайвинде. И, по-моему, что-то похожее видел. Могу, конечно, ошибаться. Добраться мы вроде как туда можем только на... Получается, Чокоба. Просто на золотом Чокоба. По-другому никак. Немного странно и непонятно, я бы сказал даже. Может быть, где-то здесь? Все-таки. Ладно, давайте высадку проведем и побежали. Так, побегаем, посмотрим. Возможно, этот остров даже на карте не видно. Я не могу этого исключать. Да нет, по сути, должно быть на карте видно острова. Нет, так не катит. Хотя, подождите. Может быть, вот здесь где-то? Так, вот здесь находится, домик мага. Чокомага, по-моему, он так назывался. Так, эта деревенька нас не интересует. Здесь нас тоже что-то мало интересует, что здесь находится. Так, хочу вернуться в Хайвинд. Походу, это будет одна из проблемных все-таки пещерок. Неприятно.
Где я там свой хайвинг посеял? Вот он. Так, давайте изучать, Может, он находится немного с другой стороны? Хотя, я думаю, его приписали тогда к Медилу. А может быть и нет. Так, у Утая точно его нет. У Утая только одна пещера. Здесь мы уже были. Давайте попробуем просто пролететь по углам карты. Сейчас, секундочку. Так, секунду. Я, кажется, нашел. Сейчас отправляемся, я проверю для начала, а потом, если что, мы уже побежим туда на Чокобо. Если это все правильно там. Так. Нам нужно в правый верхний угол долететь. Летим, летим. Но что-то как-то пока вообще ничего не виднеется. Да, есть тут что-то. Да, вот он. Ближайшие острова у нас... Есть зеленые. Есть, великолепно. Садимся вот сюда на островок. Ну и побежали. За последней материей. Там самая редкая материя. Ну, которую, кстати говоря, с помощью которой я, точнее, победил рубиновое оружие. Так, стоп. Почему я опять его не вижу? А, вот он. Потерял, блин. Так, забегаем внутрь. А можно мне карточку, пожалуйста, повернуть? Спасибо. Спешиваемся. А, спешиться не получается. Спасибо, неужели? Спешился. Ну и заходим внутрь. Здесь находится тоже кристаллик. Да-да, угу. Рыцари круглого стола. Отлично. Ну, по сути, все. Давайте вернемся, наверное, в Хайвинд. С вами. Ну и будем заканчивать серию. Я говорил, что серия будет немного коротенькая. Ну как, немного. Довольно сильно короткая. Я даже не знаю, сколько прошло, в принципе. Навскидку. Хотя, может, сейчас уточню этот момент, это несложно. Так, вернемся к Юнону, наверное, с вами. К нашим двум транспортам. Вот он, наш второй транспорт. Ну и третий Чокобо. Спешимся с Чокобо. Хотя, возможно, надо Чокобо вернуть на ферму. А давайте, наверное, на ферму Чокобо вернем. И тогда уж точно сохранимся. А то с Чокобо сохраняться рядышком не хочется особо. А то надо бы его домой вернуть, чтобы его там покормили, напоили и все остальное. Вот и все. Чокобо вернули, и уже хорошо. Ладненько, давайте тогда заканчивать на этом. Сейв. Слот первый. Последний сейв. Так, вот он. Сколько у нас по итогу получилось? А получилось у нас 72 часа 32 минуты. Ну, что я вам скажу. Игрушка вполне была довольно интересная. Правда, финал какой-то больно странный. Ну, больно странный он по своей легкости. Но я уточнил у знающих людей, и знающие люди мне сказали то, что практически каждая часть Final Fantasy, если у тебя прокачка выше 50 уровня, то для тебя, типа, в принципе, нипочем ничего. Особенно финальный босс.
Ты будешь с ними сражаться, как с обычными ребятами какими-то непонятными. Я вот говорю, я не ощутил этого финального босса. Ну, в принципе, и неудивительно. Я к нему пошел без высшей материи, без всего вот этого. Я просто пошел к нему в лоб и дал ему люлей. В принципе. Далее, что мы будем проходить, я не знаю, наверное, сделаю либо опросник, либо сам решу. Что, кстати говоря, в принципе, так, не знаю, посмотрим. Ладненько. Чё я буду тут рассусоливать? Давайте, ну а на этом все. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Ну а на этом все. Пока. А, забыл самое важное. Увидимся позже. Всем пока.